Всем привет, гайз! В этом ролике я буду есть самый острый дошик, который только можно найти в России. Он выглядит вот так. Как я его вообще нашел? Мы просто прогулились по городу, и вдруг я нашел ларек с китайской едой. Смотрю, тут какие-то дошики, и я уж слышал то, что есть острые китайские дошики. И мне такой продавец говорит: опа, а вот это самый острый, который только есть. Я посмотрел, там реально степень острости 4,5. Для сравнения, у перца чили 2,9. Ну и также небольшая прелюдия перед роликом. Дошики я вообще не ем, мне они просто не нравятся. И даже от красного доширака, я помню, мне было очень остро. Последний раз я дошик ел где-то года так 2-3 назад. Мне сейчас очень интересно снова это попробовать. И попробовать сразу такой острый блин. Поехали его распаковывать и заваривать. Если что, вот это степень острости 4,5. Теперь мне интересно, как же он выглядит изнутри, то есть как же выглядит сама лапша. У нас тут вот такой набор получается. Это специи, скорее всего, как раз то, что и даст основную остроту. Это тоже, наверное, что-то острое, потому что оно красного цвета, блин. Тут вот эти овощи, блин, хотя не овощи. И что это такое? Что это за уродство? Офигеть, вот это вилка, ребята! Что это такое? А это лапша, блин, как ее тут много. Вот как-то так это выглядит, конечно, максимально ужасно, особенно эта черная жижа. Такое ощущение, что сюда кто-то навалил, блин. Ну, а специи, вот эти овощи, ну, это дефолт. 5 minutes later. Честно, я не готов. Я помню еще свой прошлый ролик с острым перцем, так что сейчас острика мне не особо охота, да и тем более у меня почти гастрит уже, учитывая, что я острый вообще не ем, блин. Ах, была не была. А как ты его есть вообще? Это остро, блин. Это реально остро. Окей. Твою ж налево, это очень остро. Если что, первые признаки, что я ем что-то острое, у меня лицо краснеет. Как видите, оно уже красное, блин. Всю остроту вот эта жижа дает. Она реально очень острая. Блин, сколько я воды выпью, интересно, сегодня. Окей, надо прям большую такую хапочку взять. Очень остро, блин. В общем, смог я это доесть. Еле-еле смог. И сразу говорю, это невкусно. Это очень остро. Я сейчас только что напился воды. И только чуть-чуть острота снялась. И в общем, если кто-то решит взять это, сразу говорю, ребят, не берите лучше. Не надо так рисковать. Блин, это реально очень остро было. У меня до сих пор горят губы. А на этом мои мучения и видеоролик подходят к концу. Если вам понравилось, то ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Конечно, колокольчик не забудьте нажать, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был я, Ультимейт. Всем удачи, всем пока. Ну-ка, подпишись-ка на канал. Ага. Быстро подпишись-ка. Если ты на кнопку не нажал, нажми. Значит, ты пиписька. Лайк поставь и напиши коммент. Пожалуйста. Не один, а целый 100. Это будет твой абонемент. Йоу. Пока лето.